Всем привет! Вы на канале Своими руками. Сегодня мы будем делать елку из бумаги. Для этого нам понадобится ватман, скотч и рулон вот такой бумаги. Можно взять салфетки бумажные. На бумаге нужно рисовать елочку, а затем ее вырезать. Итак, я уже нарисовала ветки. Вырезаем. Наша елочка почти готова. Конечно, это еще только основа нашей елки. Будем мы ее вешать на стену. Далее берем бумажные полотенца. Вот такие салфеточки у нас получились. Можно взять просто бумажные салфетки, как я уже сказала. Они будут немного поменьше размера. Сейчас режем их со всех сторон. Итак, я разрезала. Получились у меня вот такие салфетки. Это будут наши веточки с вами. Видите, какие красивые. Для того, чтобы они походили на ветки, нужно, конечно, вот так их смять. И затем уже серединку приклеивать на бумагу. Приклеивать я буду на скотч. Итак, продолжаем работу. Скотчем я клею со всех сторон, а затем еще приклеиваю на бумагу. Будет очень хорошо держаться. Если вы будете приклеивать близко друг к другу, то ваша елка будет пышная и красивая. Посмотрите, я приклеила всего 4 салфетки, а у меня получилась такая красота. Продолжаем работать дальше. Итак, я сделала вот такую елочку. Теперь осталось ее только украсить. Я же решила украсть ее блестящим снежком. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.